Однако найти меня было непросто, поскольку, как узнал ведьмак, я перешел дорогу воротилам новиградского преступного мира и исчез. В конце концов, Геральт выяснил, что я попал в застенки храмовой стражи. С помощью друзей Геральт в конце концов сумел освободить меня. И правильно сделал, потому что я знал, что случилось с Цири. К сожалению, девушки уже не было в городе. Спасаясь от преследования Громила, затем попав в окружение храмовой стражи, Цири вынуждена была телепортироваться. Куда она попала, этого я тогда еще не знал. Так, ну всем добрый вечер. Я надеюсь, сегодня микрофон будет работать лучше, чем вчера, потому что я пересмотрел запись. Да, действительно, как-то там все было излишне громко, а я излишне тихо, что довольно странно. При том, что никаких настроек, опять же, я не делал. Может, у меня все-таки как-то слетело случайно? Но я смотрю, вроде бы все на месте стоит. И показатели довольно адекватные. Ну, надеюсь, сегодня кто-то меня сориентирует, потому что я все списываю на то, что мы запускали демо-версии, а они все были громкие. Ну, для меня нормальные, для вас громкие. Привет, Алла. Привет, как твои дела? Как твое настроение? Что-то ты зачастила на мои трансляции заглядывать. От чего ты? Что же с тобой произошло? Так, а мы помним то, что наш прошлый стрим закончился в борделе. Геральту это явно понравилось, и по нему это все видно. Здорово. Авангардист, привет. Как твои дела? Ужасный день. Работа куча, подрядчики бесят. Мочи их всех. Просто бей их всех ногами. Мой тебе совет. Так, ну давайте, наверное, поделаем. Что поделаем? Допы, наверное, да? Например, смертельный заговор. Дела норм, еще отлично. Просмотр денег стоит. Ты все не идешь и не идешь? Да я это самое, что-то не хотел сегодня стримить, но раз уж ты просишь, что решил завести. У меня что-то тоже настроения не было, но поспал, поел. В принципе, нормально стал. Я ж после отпуска не готов еще, как бы растерял всю сноровку рабочую. А что тут за движуха? А, книги жгут. Тогда не важно. Болеешь? Да я знаю, что ты болеешь. Не болей. Не болей. Болеть это тупо. А ты ждал? Так откуда ж я знал, что ты ждал? И только трусы развивались на ветру. Давай. Ну, тем не менее, я здесь. Ты дождался. Возрадуемся, братья. Возрадуемся. Аллилуйя. Как сегодня по звуку? Скажи мне лучше вот это. А? Тише, громче. Нормально, ненормально. Не шляйся, Тор. И что же случилось с этим целителем? Я шел себе, ковылял по своим делам. Глупая работа получается, раз не можешь в отпуск уйти и отдохнуть даже на больничном. Люди. Глупая работа. Отвратительно. Вроде норм, спасибо. Ну, будем надеяться, что так оно и есть. Ну, опять же, я думаю, что это связано с тем, что все демки были громкие просто сами по себе. Вот, я их неадекватно настроил в плане громкости. Они адекватные, нет? Первая проповедь неравнодушна, но мы с этим квестом уже справились. Вам пора. Поэтому нам не имеет смысла это читать. Простите. Вам пора. А тут что за движ? Не крутись тут. Кого-то хотят сжечь. Интересно, кого? Птичку из Питера в Москву привезли? Ты, блин, птица-торговец. Когда-нибудь птицы восстанут против тебя, и тогда ты пожалеешь о всей той торговле птицами, которую ты проворачивал. Борщец какой-то.
Я тут еще пятую серию Оби-Вана посмотрел. Ну, пока что все как по нотам, в том плане, что очень ожидаемый сюжет. Все как-то слишком клишировано и малобюджетно, что ли. Странно. Средний вегас сжигания ведьм было тем же, что стримы в наши дни. Так, слушай, ты прав. Действительно. Так оно и есть. Я еще представляю, была типа особая категория сжигания ведьм в бассейнах, да? И оно было более популярным, нежели чем обычное сжигание. Хм. Одна уже сидит у тебя на голове целый день. Так сними. Давай. Зенком его, сукина сына. Ну стой, куда ты пошел? Ай. Больно. Такс. Дай ёлки-пал. Ну пиздец тебе. Нет тебе. Комичная смерть. Ой, ну раз ты настолько хорошо настроен к сексу, то давай посексимся. Четко в пах, отлично. Игра весит 80 ГБ, точнее. Интернет быстрый в наше время. Да там в Steam сейчас куча бесплатных демоверсий всяких разных. Но на маленьких мы вот вчера сидели, смотрели. Неплохо так время провели, я считаю. Много чего интересного нашли для себя. Можно было бы и сегодня посидеть, посмотреть, но мы давненько уже синглы не запускали. Теперь принялся за сюжетку Джозефа. Надо что-то тоже допродолжить просмотр, а то я что-то засел за эту атаку титанов. Ну, с одной стороны, вроде нормич, но с другой стороны, все настолько предсказуемо там. Хочу ему мошку слизь бить. Ну, не знаю, сделай этот самый слайм. И вместе с Арли начни ее бить, не знаю. Я ищу Грегора. Ты его нашел. Ты кто? А ты Геральт из Ривии, от Дикстры. Я ждал, что он кого-нибудь пришлет. Ты идем куда шлем дел? Ты его моментально пропил, что ли, или что? Славно вы себе пост разукрасили. По приказу короля, милостиво нами правящего. Что они сделали? Справа ворожей из соседней деревни. Кому-то не то присоветовал. Вот на него и донесли. А который слева, так он с соседом поругался. А тот возьми и обвини его в колдовстве. Так это от людей все беды. Родовид здесь ни при чем. А кто, по-твоему, выдумывает законы, по которым за такие прегрешения на виселицу отправляют? Дайте дойдем. Зачем ты служишь королю, которого не уважаешь? А что мне делать? Уродился я реданцем, а дезертировать не стану. И потом, в армию-то я пошел, пока Визимир сидел на троне. Вот добрый был король, мудрый и справедливый. Родовид — другое дело. У него одна война в голове. А я не хочу, чтобы редание когда-нибудь вот так вот выглядело. Атака тебя не шибко привлекает, слишком противно в плане рисовки. Это специально. Это специально сделано, потому что титаны там действительно омерзительны, они действительно бесят, они прям раздражают своим внешним видом. Но мы уже об этом говорили, в принципе, на стриме по Strange Brigade. Ладно, давай к делу. Ты, наверное, знаешь, зачем я здесь. Надо думать, из-за нашего знакомого сапожника. Проходил он здесь, только обратно не возвращался. А вчера патруль видел у дороги брошенную повозку. Я думал сходить, посмотреть, не его ли. Но не смог вырваться. Спасибо. Теперь хоть знаю, где искать. Что знаете? Грамота у тебя охранная есть? Без нее никто тебя я не пропустит. Я тут провел аналогию. Да, все есть.
между этим солдатом, Родовидом, Визимиром или как его там, коммунизмом, и внезапно Сталином и Лениным. То есть сейчас Родовид — это Сталин, а до него был Ленин. И Ленин был зашибись, хороший дедушка. А потом пришел Сталин, и началась война, кровожадные чистки, доносы. Ну согласитесь, аналогия прям так и просится на зубок. Чего? Ну ты в натуре. Один на другого стуканул, другой на третьего. Цвета у всех красные. Лили коммунизм. Считаешь, это аллюзия на Советский Союз. Все, точка. Никто меня не переубедит. Куда вы так спешите? Подорожные грамоты по сниженной цене. Че, ты можешь сделать этот квест все-таки, а то так и висит ведь. А, снова. Кажется, я знаю, о ком ты. Проблема в том, что я не помогаю таким, как он. Нет, так нет, у каждого своя правда. А скидки тогда не выйдет. Да ладно, давайте купим, хер, да, не висело, а то прям без денег. Еще как стоит. Вы будете довольны. А ничего не высосано, это просто ты мало историю читал. Так все сходится один к одному. Плюс я уверен, что если провести семантический разбор имени Родовид и Визимир, то можно много чего интересного достать. Допустим, Визимир, да? Звучит как Владимир. А Владимиром был кто? Правильно. Повозка, похоже, не повреждена. Владимир Ильич Ленин. Надо осмотреться, может, найду что. Тот самый. Дедульк. Так, ну что, финальная собака будет нападать? Не будет? Вроде передумал. Следы драки. Здорово, Декс. Да я что-то не хотел заводить. Я чуть подуставший домой пришел прям. Плюс свалился. Потому что еще и дождь, к тому же прям убаюкивающий. Башмак. Что-то мне подсказывает, что я на верном пути. А, ну да, это же башмачник здесь. С голосом чего? Ой, ёпта, а ты чё это оранжевым стал? Ты чё оранжевый, чувак? А что с голосом? А что с голосом? Вроде все как обычно. Ну, может быть, опельмен у меня микрофон еще шалит, я не знаю. Но если меня тихо слышно, то сориентируйтесь. Хриплый? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да вроде нормально. Перешит, разве что, может быть. Эй, паук, здорово. Как твои дела? А ты чё это, ассасинов не смотришь на эльфийском канале? Лисяра, здорово. Купил себе тоже для брови, какой пользоваться, не знаю. Тренируйся на Арли. У него брови подходящие для этого. Короче, не понимаешь, кем, блядь, пиздец, поматросил и бросил, а? Джи, ой, тьфу, джи, блин, лисяра, как так? Ну ты смотри, а то это самое, я что же могу? Пыры-пыры куда-нибудь. Ну окей, ничего страшного, на самом деле, братан, ничего страшного. Я так понимаю, ты в Москву вообще изначально едешь, я там краешком глаза видел. А почему именно в Москву, если не секрет, кстати? Интересно, где хозяин этого башмака? А, поздоровался, зашел, ну тогда. А здрасте, здрасте. Делает? Ложечка желтая. Да, ложечка. Желтая. Славно. Ух, какое гузно. Мощное. Привет.
Возьмак, иди себе, бодки собираю. Да я вижу, мне интересно, откуда они тут взялись. Выросли, как грибы. Ну, к тому же, в Питере сейчас погода говно, кстати. Не советую вообще ехать сюда. Сейчас дожди, холодно. Мя. Противно, короче. Башмаки из земли не растут. Не знаешь, кто их тут раскидал? Рок не может. Ок и Пок будут злые. Когда в Питере не дожди, холодно, но вот прошлым летом было зашибись. Охотчики. Большие находчики. Сейчас везде дожди фигачат. Нашли человека, а у него водки на телеге. Вот столько. Кроме Испании. В Испании а что-то это самое... Человеком? Прям жарищ. Пещеру аномально сделали. Вот туда я поехал. Вон туда. Его съели? Не, он костлявый. Нехороший. Бе. Ок сказал ему башмачить. Для Ога, Пога и Рога. Ога. Опять же. Зачем вам башмаки? Человеки носят. Так Ог, Пог и Рог хотят. Будем большие хозяевы, как человеки. Это ж какую сказку можно сделать про Ога, Пога и Рога? И башмачника. Даже можно какой-нибудь смысл приписать, но я, пожалуй, не буду это озвучивать, а то меня забанькают. Бывай. С радостью бы и дожди, и холод. Черт, роли где-то. Не, ну тогда милости прошу к нашему питерскому шалашу. Тут прям реально дубачело. Ну как, не, на самом деле комфортная температура, но вот дождь подзаманал чутка. Так, ну я помню эту пещеру, мы в нее заходили, но мы здесь ничего особо не трогали, потому что тогда мы узрели, что они очень высокого уровня и ушли вроде как. Ядрит Геральт, плечистый, конечно, тип. Надо запомнить. Да забирай без проблем, ничего страшного. Далее? Ну конечно. Кто еще будет учить троллей ругаться? О, Талер. Давно не виделись. О, Геральт, сколько лет! Этот кто? Спокойно, Ок. Это мой старый знакомый. Талер прикольный. Отсюда, или суп. Талер нормальный тип. Я ужасно жилистый. Это правда. Не, я их не буду убивать. Ты только взгляни на него. Я с троллями на одной ноге, как бы. Мы с ними похожи во многом. Преимущественно в интеллекте. Ну, господа тролли, мне пора. Да, это из первой части, все верно. Вы тут потренируете, чему я вас научил. В следующий раз, как тут буду, устрою вам, сука, экзамен. Тала, не ходи. Тала, сиди на жопе. Вот и швей. Как я вижу, вы подружились, но Талер должен пойти со мной. Никуда не пойти. Боты шить. Он мне нужен. Нужен тут. У тебя есть боты. У Ога нет. У Рога и Пога нет. Сделает боты, тогда пойдет. Да я по Бырику, 5 секунд готов. Так, спокойно. Талер вернется.
Ему просто надо сходить со мной. Ну реально, что-то у меня чатик поражал, прям очень наступила какая-то. В чате. Слушайте, Геральт, он херни не скажет. Вы ноги свои видели? У вас лапищи, как корыто. Чтобы шить вам башмаки, мне нужно очень много кожи. Мы с Геральтом пойдем сейчас. Принесем, сука, кожи. Потом я вернусь и зашью вам ботинки. Для Бога тоже? И для Рога? Две пары для каждого из вас, козлоёбы упрямые. Ну пусть идет. Только пусть вернется. Ты, я знал, что вы славные ребята. Скоро вернусь. Нарду, на самом деле, типа... Геральт его не цирийская, да? Или за имя, когда это с троллями тусить банально всю игру. Дети не тролли. Кроме того, ведьмаки бесплодны. Ох, вижу, ты ничуть не изменился. Чуть тронь, сразу смердишь, как гнилая капуста. Ты здесь случайно оказался или кто-то послал? Роше и Дикстра. А, значит, они обо мне не забыли. И как мило. Он так икает еще прикольно. Спасибо за помощь, Геральт. Я понимаю, дел у тебя много. Убивать всех этих чудищ. Я слышал, вы трое тоже решили кое-кого убить. О, значит, они тебе все рассказали? Не все. В детали не посвящали. Может, ты меня просветишь в благодарность за спасение? Извини, брат, но если они молчат, значит и мне придется помолчать. Понятно. Как ты здесь вообще оказался? Да, я понимаю. Это же теперь земли Нильфгарда. Хочешь сказать, нильфам сапожники не нужны? Ну, они своих, наверное, привезли. Хера они там привезли, одни любители. А лучше Талера сапожника на всем севере не сыщешь. Ага. Ну-ну. Что, как будто он быстрый прям. Я не успеваю за ним ходить. Ты работаешь на Дикстру и Роше. Сомневаюсь, что ты ездил чинить нильфгардские сапоги. Ты неплохо соображаешь. Да, это так. Факт. Сапожное ремесло — только прикрытие. Кто станет обращать внимание на какого-то сапожника? Никто. Блин, я попросился от Талера боты сшить, а то у меня ботинок нормальных нет, блин. Прям бесит. Разговаривают о всяком. А вот... Спасибо еще раз. Не дослушал. Отсюда я и сам доберусь. Обязательно расскажу Дикстри и Роше, как ты Огу поднасрал. Бьюсь об заклад, они обосрутся от хохота. Слушай, в Изиме ты вроде был старьевщиком. Как ты вдруг стал сапожником? Просто выбрал наименее подозрительное занятие. Старьевщик — херовое прикрытие. Слишком много народу считает себя обманутыми. А мне не нужно было привлекать к себе внимание. Думал заделаться корчмарем. Людей они много видят. Каждый что-нибудь доскажет. Проблема только в том, что ты сидишь в этой своей корчме, как шавка на цепи. Никуда ты со своего двора не денешься. А башмачник может заехать куда угодно. В этом можешь не сомневаться. Я себе даже вон фургончик организовал. Балдежный фургончик. Красота. А то. Я на нем, сука, неплохое состояние сколотил с начала войны. Пихтура, она же вечно куда-то прется. А знаешь, что бывает, когда сапоги стерты? Ноги тут же в кровь сбиваются. Каждый солдат маму родную продаст ради годных сапог. Это верно. Я бы тоже хорошие сапоги захотел бы заиметь. Точнее, хочу уже. Что будешь уже теперь делать? Ну как что? Вернусь в Новиград. Там вместе с Дикстрой и Роше будем выдумывать наш гениальный план. Никаких подробностей. Прости, брат, но хер я тебе что скажу. Сука, если бы дело касалось только меня, я б тут же тебе все и выложил. Я если кому и доверяю, то только тебе. Но я работаю не один. Так что и решение принимать не мне одному. Лучше я помолчу. Ясно. Я понял. Ну, бывай. Бывай. Удачи тебе. Ох, она мне пригодится. Родовит та еще бестия. Но мы что-нибудь придумаем. Точно тебе говорю.
Скоро о его смерти весь север будет говорить. Постарайтесь только, чтобы не говорили про трех убийц, которых отправили на дыбу. Хе-хе-хе, не боись, Геральт, мы не пропадем. Бывай. Лава, качай просто все самые Out of Online и не парься, вот и все. Там даже регаться особо не нужно, потому что ты уже зарегистрирован, скорее всего, в Mail.ru какому-нибудь. А там аккаунт можно один использовать на все. Так, ну, промежуточный квест выполнили. Статуэтку стола-то мы сделать не можем. Что, может погвинтиться немножко? Погнали. Благо близко. Сыгранем в гвинтецкий. Ой, что-то я еще хотел сказать. А, ну так вот, сапогов мне не видать как своих собственных ушей, потому что я себе монитор второй заказал, наконец-то. Я как бы доволен этим фактом, но то, что у меня ноги болят, блин. Прям жопа полная. Реально хочу сапоги хорошие себе заиметь уже давно. Не хочешь айон? Так какой айон? Про айон-то никто и не говорит. Я тебе говорю про Аллоды онлайн. Или не, запятая, хочу айон. Ну тогда пиши правильно. Что за это самое? Аллоды тоже не хочешь? Это не хочешь, что не хочешь? Этого не хочу, того не хочу. Не хочуха. Ты призуля. Балда. В молодости, а ты еще старая, что ли? Не знал, не знал. Эх, старушка. Ну ничего, и про старуху бывает. Веселая история. О. Так. Откуда в чистом поле сундук стоит, интересно? А главное, нахрена? Мишка спит, смотрите. Хе-хе. Прям в сраку. Ебать, он разозлился. С другой стороны, может, надо было его в живых оставить. Спал, все и спал. Ну, ладно, что сделано, то сделано. Прости, Мишутка. Но таков закон стримерских джунглей. Не скатывается. Что самое поганое, что же? Играла в нее, когда только вышла. А вот это. На вот вообще, да, так старенькие в натуре. Здорово, пирог. Монматер? Монстр? Монитор? Что же ты имел в виду? Как твои дела? Ну, нудная длинная обучалка и сейчас есть, но вот не помню, можно ли ее скипнуть. По-моему, можно. Вроде как. Но я плохо помню. Мы же недавно ее тоже на стриме запускали. Было дело. Но у меня одна обучалка откисла, по-моему. За не арту, а которая вот противоположность арде. Там дети хафлинги, или как их там называют. Собачки такие маленькие. Верно, милосердная! Людей можно немного харчей получить. Пекс. Я пришел сюда играть в Гвин. Хлопот ищешь? Они сами тебя найдут. Кто из вас? Гвинтер. Ты? Нет. Ты? Лучше в те болота не лезь. Ты? Ты? Живой сейчас нет. Ты? Ты? Да кто? Да хранят тебя боги. Да где? Разве ж это важно? Все стоят, рогают, блин. Противно. Есть тут ведьмак страшил.
Я у себя в носу кое-что поинтереснее находил. Так а где корчмарь? Иди своей дорогой. Вронец и десятой дорогой обходи. Знаешь, чем приходится платить за их помощь? Кровью и дурными снами. Так как любитель создать персонажа каждый раз, но теперь можно, по-моему, реально скипануть. Ну, можно так проверить на ютубчике, да, какому-нибудь. Зайдешь в чащу, а там шумно и людно. Дайте до ночи скипанем. Осталось дождаться 24-го, ну уже копеечки остались буквально. Чуть-чуть. Капелюшечка. И будете отпуск, и будете счастье. О, а вот и корчмар появился. Здрасте. Привет вам. Говорят, ты играешь в карты? Верно говорят. Времена сейчас тяжкие, а хорошая карта может оказаться ценнее золота. А тебе выпускал, тебя нос не в том шоколаде, судя по твоему начальству. Сыграем. Увы. Увы. Блять, а мне обязательно слышать это пение на фоне? Ну, в принципе, неплохая колодка получается. Не идеально, она сойдет. Ты ж в корчме, ну так-то верно, да. Не поспоришь. От души. Шпиончик себе заработал. На халяву. Возвращаю обратно в стан. Вражеский. Ну давайте еще заберем у него что-нибудь. Ну сейчас он скипанет, по идее, да? Не, я не скипую, смотрите. Странно бафнулся, но окей. Давайте попробуем из него побольше высосать. Ну чё, скипаем или не стоит пока? Ну давайте еще немножечко попробуем. Он пока байтится. Еще и сам время тянет, кстати. Чё-то на это скажешь, умник. Хорош, хорош. Молодец. Ну, здесь уже можно скипать. Не стоит оно того. Он получается два рогов сразу, у него всего 5 карт осталось. Ого. Нифига себе, у него карточка хорошая прям. Респект. Но тут он тоже скипнет, я чувствую, прямо сейчас. Нет, нифига. Чел, ты. Да, вот так вот тогда. Угу. Угу. Ну, придется у корей потратить, получается. И оставить самых сильных наконец. Но у меня два медика так-то есть. Плюс я, может быть, шпиона вытяну с колоды. Но их последним, его точнее последним, разыграю на всякий. Мало ли чего у него там рукаве есть.
Угу. Хорош. Да капец, у тебя колода заряжена, а? Слышь? Чел. Акстись. Но я пока все равно, конечно, лидирую по показателям. Lost Ark качаешь теперь? Эх, не найти тебе там счастье, чувствую я. Так, ну чё, кого призовем? Блин, я забыл, какие у меня карты лежат. Давайте Стэннис позовем. Ох, нихера себе мне выдало. Ех. Ну, братка, прости, но компьютер теперь только мой. Да, было дело когда-то. Играл. Но это давно было. Да я считаю то, что хороших ММО нету на данный момент. Все они какие-то дрочильни, прям в самом плохом смысле этого слова, к сожалению. Вот. И тратить свое время там, ну, не особо хочется. Можно, конечно, типа вечерочком, да, но. Не. Девки красивые. Мне достаточно в зеркало посмотреть, чтобы девку красиво увидеть. И я не оговорился. Эх, не знаю, ради красивых девок идти в ММО. Что ж, за глупость надо платить. Уйдет моя лучшая карта к тебе. Я так понимаю, у меня Нильгарского отдал, да? Да. Так. Заклинание стартовый капитал. О. Посетить мастера рун и узнать больше о его ремесле. Так-так-так. Че, может, скачки еще сделаем? Но я так не хочу скачками заниматься. Вот скачки мне что-то не нравятся в этой игре совсем. Ну, давайте все равно закроем. Хрен с ним. А, это причем аж там. Йоу. Эх, ну давайте сходим. Блин, по ощущениям, целый час трансляции прошел по факту только полчаса. Как это работает? Лучше бы мне кто девок красивых в личку прислал, я считаю. Было бы в разы лучше, приятнее и прикольнее. Так что, дамы, если вы смотрите мой стрим, вы знаете, куда писать. Интересно, а я смогу поучаствовать? Если хватит денег на вступительный взнос, есть собственная скаковая лошадь. Почему бы и нет? Только решай быстрее. Сейчас начнется. Давайте. Я хочу участвовать в скачках. Бесподобно. Твой титул и имя твоего скакуна? Геральт из Ривии на Плотве. Восхитительно. Твоим соперником будет, дай-ка я посмотрю. А, Шеймус Хольд, верхом на Атосе. А потом на Портосе и Арамисе. А где Гасконец? Они завезли. Считаю до трех. Один, два, три, старт! Мужик, с дороги, ты чё? Блин, у меня больше так. Да, скачки, конечно, явно недоработаны в этой реке, да они прям уныло, не хватает им динамичности, на мой взгляд.
Да, жопа у меня седая, все верно. Внимание, внимание! Последний заезд на скачках памяти Эразма Вегельбуда выиграл Геральт из Ривии на Платве! Я уже надо на второй круг идти, блин. Слава победителю! Эх, ну это было легко. Неплохо. Однако не будем обманываться, у тебя не было серьезных противников. Да мне не надо. Я могу поучаствовать в скачках. Ну поехали. Я хотел бы проехаться еще раз. Дивно. Скоро начнется новый заезд. Твоим соперником будет Виконт Роммер, верхом на каникулах. Виконт состязается инкогнито, поэтому прошу не разглашать его тайну. Так а нахуй хер ты мне тогда сказал его имя, умник? Ой, дурак. Считаю до трех. Один, два, три, старт! Эй, ёптал. Ну, благо, у меня энергии уж не хватает надолго. Враги особо не могут меня перегнать. Но, по-моему, карта изменилась, кстати, маршрут другой. Я думаю, что-то плата будет как-то... Это был неудачный заезд. Более... автоматически ехать, а что-то какая-то самая, я зарофлю малость. Ну в канал упал, не страшно, это не поражение, если ты упал в канал. Один, два, три, старт! Да камон, плаква. Это она прям инертная, что ли. Сено плохое, что ли, ела жухлое какое-нибудь. Главное не упасть в канал. Да вот опять. Да опять. Да ёп. Стой налево. Сам ты прогибом. Что за препятствие прям на трассе, а? Куда смотрят организаторы? Не проедешь, не проедешь, не проедешь. Ага, глупец. Всего доброго. Я восстановил стамину лошадки. Легчайше. Вот в Red Dead Redemption там довольно прикольные относительно были скачки. Там потому что физика лошадей есть и столкновений как бы на лошадях. Адекватная. Внимание, внимание! Последний заезд на скачках памяти. И вот такого не происходило. Выиграл Геральт из Ривии на Платве. Слава победителю! Браво! Поздравляю с блестящим выигрышем. Спасибо, спасибо. Я могу поучаствовать в скачках. Блин, а много этих скачек-то осталось еще? Я хочу попробовать еще раз. Чудес. В этот раз твоим противником будет Люк Вегельбуд. Это, по идее, последний уже вроде как. Уже молодого Альберта. Верхом на суккубе. В роду он паршивая овца, но еще ни разу не проиграл ни одного забега. Он, можно сказать, звезда ипподрома. А Геральт со бородатей и бородатием. Надо к этому сходить, к цирюльнику. Да ну, Платва, ну... Ты чё, специально ему фору даёшь, что ли? Жесть, он уже... на 10 корпусов вперёд вырвался. Ох, кого-то я сегодня буду пороть, чувствую. За здорово живёшь. И дождь ещё как назло. Блин, мне было перегнать, стамину восстановить, а он мне не дает. А, вовсе ништяк. Тихо.
Тихо, тихо, стоять, стоять. Стой, стой, пес. До свидания. Суспенс фактически произошел. Блять, налево. И плотва. Хватит выкабениваться. А где враг? А, что он как-то это само отстал очень сильно от меня. Пошла. У меня этого хватило немного восстановиться. Но что-то какая-то длинная катка. Бля, вот и финиш. Финишная прямая. И это же она? Вроде как. Найс. Внимание! Последний заезд на скачках памяти разума Вегельвуда выиграл Геральт из Ривии на плотве. Ну, все. Так там, мужик. Так там. Даже пафосный кафтан тебя не спас. Великолепная скачка! Поздравляю с выигрышем! Ну, слава богу, прошли. А мне что ли два одинаковых седла дали или что? Так, энергия 50. Хорошее седло так-то. На сумке у меня такие же. Так, ну это можно выкинуть, в принципе, их вряд ли продадет, продаж адекватно кому-нибудь, поэтому пускай валяются. Геральт из Риги, я правильно понимаю? А в чем дело? Да вот, хотел сказать, красивая победа! Инака, держи приглашение от шефа, он лично хочет тебя поздравить. Не хочу я. Прощай. Поздравлений ваших. Ведьмак, до меня дошли слухи, что ты победил на скачках Вигельбудов. Такой талант не должен пропасть зазря. Его надо развивать, а для того щедро его вознаграждать. Если тебя интересует развитие таланта или щедрое вознаграждение, есть разговор. Ты знаешь, где меня найти, Тисак? Это подставные скачки. Не хочу. Не хочу. Так, ну давайте еще один гвинтесский сыграем, пожалуй. Еще один страшило. Так, где-то там, да? Метка стоит. Нет, где-то слева, вот там. И в принципе можно будет потом квест Лютика выполнить и попробовать отправиться на Скеллигер, что ли. Там потусить. Так, хотя мне бы еще здесь метку прочесть, и здесь вопросы позакрывать. И тут еще одна доска стоит, оказывается. Многовато будет. Многовато. Так, ну чего? А, так мы здесь должны будем с кем-то повоевать. Отлично, давайте. Нетерпимость и суеверие всегда были свойственны. О, с тобой. Галян, давай. Все дороги ведут в Пассифлору. И снова здравствуйте. Пожилая Анджелина Джоли. Тебя. Начинаю жалеть, что я отошла от дела. Держите себя в руках, бабуля. Давай, сыграем. Интересно, ты играешь в Гвинт? Конечно. Только на высокие ставки, разумеется. В сущности, без риска эта игра была бы чудовищно скучна. Так она и есть. Хочешь сыграть? Скучная. Да, пожалуйста. Здорово, Фея. Как дела? Как настроение? Так, ну мне, в принципе, незачем карту, точнее, колоду свою доусиливать. Она и так хорошая. Смотрим. Так, ну,
Тебя убираем, выходит, и тебя. Сойдет. Что у меня только колода из дальнобойной перешла в рукопашную прям. Заметно. Так, ну давайте сольем лучника, пожалуй. Наверное, упор сделаем на пехоту в этой катке. Да, и это правильный выбор, судя по всему. Также сливаем арту. Она мне не понадобится. Противник пасанул. Ну, давай тогда вот так вот. И пасуем. У меня, в принципе, санитар есть. Можно вытянуть спокойно. И мы пасуем. Арма вышла новая. Я видел ее, кстати, да. Но нет, я не играл. Меня как-то новая арма не особо прикалывает что-то. Да, она выглядит симпатично, но там очень большие проблемы с серверами, насколько я знаю. Уже куча читеров и сетевой код такой себе. О, лето из гулета. Здрасте, здрасте. Или там еще какая-то одна новая арма появилась. Помимо Reforged. Она же, по сути, ну, не основная, да? То есть там же они сейчас четвертую пилят активно. А это так. Закусон, можно сказать. Почему она, сука, столько стоит? Просто так. Потому что кто-то в богемии немножко охуел. Как бы вот и все. Да, система образования в компьютерных играх что-то как-то с ума сошло, если честно. Большинство AAA проектов, ну, не должны столько стоить, на мой взгляд. Хотя, с другой стороны, мир уже давно поменялся, как бы, и такие цены уже, ну, не новость, не новинка. А, к сожалению, классика жанра. Лучше попробуй ее на магазинных полках на Авито поискать, если ты понимаешь, о чем я. И затести там. Потому что по факту это та же самая арма, вот и все. Ни больше, ни меньше. Не понимаю, как это можно проиграть. Что ж, карта теперь твоя. Не знаешь, с кем бы мне еще сыграть на редкие карты? В Новиграде славится коллекция Сиги Ройвена. Ты просто обязан с ним сыграть. На второй день после открытия пришел, еще как там оно? Прикольно, не прикольно? Я вот, кстати, вчера тоже в Макдональдс ходил. Вот, там сейчас вывески все завешены. Глянул меню, а там только МакЧикен и гамбургер. То есть еще не открыли у нас по этой франшизе. За дежурство в такую погоду могли бы и доплачивать. Ух, какой животик, а у нее мокрый от дождя. Есть охота? Да, я поел. За халяву два заказа? Хорош, хорош. Так, держать. А, так нам прям сюда. Где Икстри надо идти? Давайте сыграем с ним. Стража в город допустила. Супрессная подача, ужас. Ну, типичный Макдональдс, короче, не поменялся.
Ну, в Макдональдсе как бы никогда и не было вкусной еды. Там всегда было все пресное и всегда была отвратительная подача. Как бы на то это и Мак. Я не понимаю людей, которые прям любят его. У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? В одном бутере две котлеты, в другом одна, но это может быть особенность такая. Ты играешь в Гвинт? Играю. Гвинт напоминает политику. Только честнее. Хочешь сыграть партию со старым мастером? Давай. Ну давай. Так, а кого мне дали-то, кстати, я что-то просмотрел. Ну, видимо, на Нильфгард какую-то карту. Блин, я рассчитывал на Гулет, если честно. Ну окей. Блять, что у меня вся колода на дальнобой. Ну, давайте так тогда поиграем. Сколько туда малолет ехал, да я догадываюсь. Как бы... Макдональдс и же с ним всегда были очень популярны среди молодежи. Так, ну чё, кем походить, ты даже не знаю, давай тобой, что ли. Ну, еще один шпион. Таинственный эльф, но я его не могу себе перетянуть, к сожалению, блин, а хотелось бы. Это хорошая карта, реально, вот ее бы я бы себе заимел с удовольствием. Опа. От души. Сейчас мы Дикстрами обменяемся, смотри. Играю при этом с Дикстрой. Дикстра раз. Дикстра два. Кек. Просто обкекаться можно. Блин, а он лидирует так по карте. Это за счет моих шпионов как раз таки очень сильно выезжает. Пасанул. Угу. Давайте осольем, ты маленький. Хотя, блять, надо было пихтуру сливать, ну ладно, хрен с ним. Арсувар Сурвайвал бесплатно, зато он у меня есть. Но меня он не интересует. Я что-то разлюбил подобного жанра игры. Про то, что все остановки твоего дома были детьми забиты, ну так хорошо. Молодежь тусуется, ей что-то интересно, пускай это и Макдональдс, как бы. Точнее, вкусная точка, надо же это самое правильное название теперь говорить, да? Морозец пошел. Угу. Угу. Но он заставляет меня скипнуть ход. Так-то. Ладно, окей. Твоя взяла. Ну, Диабло я краски люблю. Мы же недавно сидели, смотрели шоу-кейс беседки Xbox и Microsoft. Там вот Диабло 4 показывали. Мне понравилось. Я хочу пощупать. Это было любопытно. Я б сыграл, как говорится. Ну, Ark Survival у меня куплен был еще на выходе, по-моему. Очень-очень давно. Но я в него наиграл там максимум часов 30. Общей суммой. Блин, а челик, ты что-то жестит своими картами, так посмотришь.
Не, я в Арк точно играть не буду. В Арк нет, не хочу. В Диабло 2, да, Арк нет. И даже в Арк с Вином Дизелем играть не буду, прикинь. Насколько я преисполнился своей ентой самой. Да ты, бляца. Чё вытащил скотина? Не про Арк? Ну, я, в принципе, ответил в любом случае на этот вопрос, потому что я сказал, что и Арк трогать не буду, и Диабло потрогаю. Ну, Диабло, да, Диабло однозначно. И зачем он себе в ногу выстрелил только что? Таким мувом. Что это было сейчас? Он, сука, что-то замышляет. Это коварный политический ход, отвечаю. Ебать колотить, вот это да. Я не знал, что он так может. Жестко. Так он меня подъебал, получается. Охренеть. Бля, ебать ты меня размотал вот этими двумя, конечно. Чел хорош, хорош чел. Ты ко мне и контрить нечем, кек. Блин, ну в натуре. Пасуем. Надо реванш. Знаешь что? Знаешь что? Давай реванш. Может... Так, ну вот у него действительно колода на эти самые забито. Давайте попробуем еще раз. Арк 127 гигов есть. Да сейчас все игры довольно тяжелые. Редко найдешь исключение какое-то. Давайте первым ходом сольем нашу арту тяжелую. И он пасует. Это хорошо. Это хорошо. Значит, что из него можно будет дофига чего вытянуть. Чел попросил консервный нож и не вернул. Зарежь его во сне. Шучу, не надо. Мало ли что. Потом прилетит мне еще главное за это. Я сегодня мод, кстати, классный видел, который, типа, делает мир Зомбоида а-ля 10 лет спустя. То есть, как я и мечтал, да, на своем серваке сделать фактически. Но он делает это по факту. Я такой, ах ты, блин, мысли мои читаешь. Ну да, он тут своей стратой действует. Лютейший. Чем бы тебе подгадить? Даже не знаю. Ну давай вот так. Не хватило мне, серьезно? Интересно. Так, шпиона, да, ништяк. Это прям на арку. Сюда. Угу. Жестокая кровавая битва происходит на наших глазах. Не повезло. Эх. Так, ну здесь можно смело скипануть, в принципе. Хотя можно еще повытягивать. Так. Давайте потянем время.
отменяет все погодные эффекты. Но это хорошо, то, что он сейчас разыграл. Это очень хорошо, но он тоже время тянет, я вижу. Ладно, скипаем ход. Кладовки рюкзак и досками забригадировал. Я так с ним играл, пока мой друг не пришел. Он там сидел, он без молотка был, кек. Вот так и чуть не остались без друга, получается. Так, а мне еще карточку не дали, да? Да, ему зато выдали, блин. И... Так, ну у него две десятки, по-моему, должно быть. Он их прям на самый конец, видимо, берег. Ах ты, смерть ебучая. Вот это вот, конечно, больно было сейчас. И он так и вытянуть может. Блин, а ливня-то у меня и нет. Сука, да ладно. Только за счет этой сраной баллисты он вытянет. Ну, камон. Вот ты, бля. Вот ты пес, Дикстра. Знаешь что? У тебя есть минутка? Блин, а у меня такие может, хорошие карты были, между прочим. Ну давай. Друг хост этого чела тэпнул. Ууу, четвер. А, сужда. Так, ну давайте еще раз тогда. Да, блять, так и знал, что так получится. Вот не люблю, когда синяя полоска меняется на синюю полоску. Это так глупо ощущается всегда. Ой. Арли стрим завел. Интересно, что он там стримит. Драконагу, наверное. Либо 13-го. Дайте чекну. Интересно же. А, мне не альтарнуться, да? Ми. Тогда ладно. Так, ну. Даже не знаю, ну давай тебя. Но у меня колода отстойная, между прочим. Реально плохая. Мне не нравится, как она получилась. Есть все шансы насосать. Здорово, Рэд. Да это уже третья, блин, с ним катка. С этим Дикстрой заебущим. Дела нормально, это хорошо. Да, камон, сколько у тебя казней-то, чувак, окстись. Хватит. Пощади. Мда. Тупо мда. Тупо хех. Оп, зяблик, сука. Ну, пацану, не буду ничего делать. Тебе будет 3-6, серьезно? Ядрит ты старый чел. Хорош. Хорошо сохранился, молодец. Что загадал себе на день рождения? Рассказывай. Кошка, жену и торт? Или кошка, торт и жену? Или жена, торт и кошку? Так много вопросов, так мало ответов. Противник пасанул. Это ты засранец, а?
Бля, мне и так не пернуть, и так не выдохнуть. Сущий потрох, а? Рязань 599X. Прям перед тобой лежит. Ну, знаешь, неплохо. Хорош. Респекто. Ну да, сейчас железки выгодно покупать стало более-менее. По сравнению с тем, что было. Блин, сейчас битва на кончиках пальцев просто идет. Ясное небо кинул. Что он хотел этим сказать, интересно. 34 тысячи, нихуя себе. Это, кстати, сурово. Это реально жестко. Ну, слава богу. Мы уже чисто так обмениваемся, от нехера делать с ним. Побед за мной. Fuck yeah. Ну, Скайхаммер, да, он тоже взял свой, по нему слышно. Да я сам, в принципе, неплохо. Молодой, плюс меня Арли даже старше. Вижу, у тебя в колоде не хватает Эстерада Тиссена. Прими его. Спасибо. Знаешь еще кого-нибудь, кого я мог бы обыграть? Можешь попробовать сыграть с одним эльфом. У него есть замечательная карта. Он живет за городскими стенами, где поселились недобитые. Согласись, забрать консервные ножи не вернуть? Но это значит, что человек крыса. Редиск нехороший человек. С таким дела водить не стоит. Сначала он забирает твой консервный нож, а потом твою жену. Или типа того. Так. Давайте ключку сходим. Подустал я от гвинта немножко. Пиздюк, вот именно. Полностью поддерживаю. Эх, хорошо, вот Редисон себе процессор заказал. Я вот себе монитор второй заказал. Красота. Скорее бы пятница. Блин, вот ждать надо, конечно, вот это обидно. Уже хочется влепить его на стол и не париться. Ну, он же тебе не вернул консервный нож, значит, закрысил. Эй, ты, видел тут где-нибудь тёлочек? Мамку и водянку возьмешь на 30, на 64 гига. Блин, и все это, чтобы играть в зомбой, это. Красота. Ну как? Лучше, правда? Да. Надо было ему огнестрельный аргумент в лицо пихнуть просто. Ты позаботился о том, о чем я просил? Ага. По ведьмачи. Спасибо, Геральт. От меня и от Присциллы. Да не за что. Не о чем говорить. Чего для друга не сделаешь? Она уже начала говорить. Приятный сюрприз. Правда? Профессор фон Грац говорит, что раны заживают на ней, как на тролле. Не очень элегантное сравнение, согласен. Да в смысле? Но оно одушевляет. Очень даже, по-моему. Может, она даже сможет вернуться к пению когда-нибудь. Пока мы попробуем... Еще может покирать мог только ты. Присцилла будет играть на лютне, а я петь. Да. И уточка-цыранка. Хорошо звучит? Очень хорошо. Удачи, Лютик. На сцене и вне ее. Да я знаю, что такое остальный аргумент. Типа, что я в 90-х не жил, по-твоему? С арматуриной не сталкивался. Это пройденный этап для нас. Это все пройденный этап. Так, ну что-то как-то мы быстро с этим разобрались. Па-па-пам. Дать кулаки ярости еще. Благо в этом городе. В жизни надо рисковать, а то все просрешь. Вот именно, в жизни надо рисковать, а то все просрешь. Поэтому чатик, если вам кто-то нравится, девочка, парень, там, не знаю, мужчина, женщина, напишите, скажите, дорогой, дорогая, я смотрел стрим Джифантрупа,
и услышал, услышала там реплику. Можно все просрать, если не быть достаточно смелым, поэтому давай займемся страстной любовью. Угораете постоянно? Зачем? Зачем над кем-то угорать? Это же может нанести ему непоправимый вред. И он станет стримером, как я. Подумайте. Иначе будет бутер без майонеза. Вот я, кстати, бутерброд с сыром ел. Плавленым. Без майонеза. Найс тема. Так, не, ну я все-таки хочу узнать, что там Арли делает. Дайте-ка я подгляжу. Да, все верно. 13-го стримит. Куда спешишь? Удалец спешит в кабак, чтобы подраться на кулаках. Да женщин ему нет дела. Ибо женщин нет дела до него. Блин, вот с одной стороны хочется в зомбой поиграть, с другой стороны как-то не хочется, потому что мы там как-то так стабильно засели, что даже скучно немножко стало. Но я понимаю, что это обманчивое впечатление, как бы, что это стоит не зайти, я расслабленно буду ходить, так меня тут же за жопу укусит, отвечаю. Это ж ясно, как вечный огонь. Меня зовут Геральт. Пат Грубер, я принимаю ставки. Ты же драться будешь? Шаверму кушаешь? Бон аппетит. Я сегодня тоже ел. Чуть прям объелся и очень я жестко отвык прям. Вы слышали? Поединок начинается! Наш чемпион Арчибальд О'Нейл выйдет против Геральта! Начали! Нет, это пенсионерский город. Ну, я сомневаюсь, что там что-то изменится. Надо просто это самое, дочистить его. Плюс у меня есть идейки кое-какие, что можно сделать. Блин, Декс, а что-то оранжевым-то стал внезапно. С чего вдруг? Ты же был такой зелененький раньше. Типа обматерел, что ли, то есть? Подрос? Привет, Ань. Дамы и господа, у нас новый чемпион, который только что сверг с трона Арчибальда О'Нейла. Браво, Геральт! Это был прекрасный бой! И с кем мне драться, чтобы стать лучшим? Мы доберемся, он как бы является жемчужиной в нашем пути. Он ночью дерется в предместьях, где нелюди селятся. Мы туда еще приедем. Там планируется крещендо, наш финал. Как дела? Да неплохо, в принципе. Вон, пятую серию Оби-Вана посмотрел. Теперь его стримлю. Блин, ну все-таки хочется здесь все допы доделать и потом уже спокойно на скеллиге начать их проходить. Да, давайте, наверное, пока здесь потусуемся, действительно, потом уже на скеллиге отправимся, чтобы там тоже все спокойно закрыть и не возвращаться. Но... А в зомбоид, да, в зомбоид, скорее всего, на выходных залипнем немножко, я думаю. Точно влетим. Амогус. Амогус. Сохрани. Согласен. Счастье настанет сегодня. Мы ждали тебя. Уже принимаем ставки. Ты был взвешен, измерен и найден легким. В каком из миров ты мог бы меня победить? С виду чужак худосочный, но не забывайте, в Велине он одолел самого сержанта. Мой худосочный тебе в рот не поместится, понял? Говно этот ваш чемпион. А что, все чемпионы Новиграда были таким зазнавшимся говном, как этот эльф? Так ты его. Я первый. Знаешь, почему меня называют портным?
Я раскроил немало людей. Вот этими вот руками. Я знал, что ты расскажешь какую-нибудь говенную историю. Хе-хе-хе, затроллили. Погнали. Хотя об говно руки морочаешь, такой себе. Я пришел сюда драться с портным, так что начнем. Жители Новиграда, через минуту вы станете свидетелями знаменательного события. Перед вами Геральт из Ривии выйдет против портного. Ну-ка иди ко мне, дядюшка Дурден сошьет тебе новую мордочку. Чё? Это перед зеркалом репетировал, да? Ну понятно. Да он это самое. Так, ну да, нашив. Бля, нихуя. А он хорош. Это было странно. Да, бля. Контрит. Короче, надо его на тяжелых замахах брать. Да, сука. Он еще и бьет, блядь, быстро, пипец. Это ты пес, а? А, у меня отхил. Ха! Глупец. Хватит вот болтать, пиздец. Бой. Да как он так блоки-то быстро ставит, а? Нельзя кушать во время боя. Еще это, блядь, тренога ебучая стоит посреди боя. Или как она там называется? Ключина? Нет, блин, как эта хрень называется? Журавль, во. Блядь, не о том, я думаю, во время боя еще и нос чешется. Эй, сори. Да, блядь, я нос чесал. Так. Унижен и оскорблен. Тьфу. Привет, Игласон. Не чемпион. Не, нормально. Титул принадлежит Геральт не прохватит. С Геральтом все хорошо. А если хочешь еще кому-нибудь рыло начистить, в Велине и на Скеллиге тоже найдутся мастера кулаки почесать. Че, у вас тут интересно? Да че, вон, с говном деремся. Карты собираем. Старика кал. Таскаем туда-сюда. А у тебя что, как дела? Пора переменить окружение. Так, ну что, мы, получается, чемпионом стали, да? И по всему. Класс. Давайте мечи и вареники сделаем, раз уж мы здесь. Ну, там не совсем с кем угодно можно киберпанки крутить. Кстати, там же ограничения есть. Типа, если ты играешь за девушку, ты можешь мучить только с определенными персонажами. Если за парком, то с определенными, опять же. И там, по-моему, если я правильно помню, нельзя с панам за парня тусить. Мистер Большой Рот. Интересно. Большой Рот и Большая Жопа звучит как мечта. В смысле, либо дама с дамой, либо король с королевой? Серьезно? Тупо. Тупонько, на мой взгляд. Привет. Здорово, Геральт. Как дела? Хатори выдумал для нас задание. Здорово. А то я что-то заскучал уже. Старик, нам привет. Предстоит одолжить несколько ящиков со склада Эрнста Ван Хорна, а узнаем их по запаху на шатыре. Это можно. Я знаю, где у него товар. Пойду с ребятами, разведаю окрестности. Встречаемся рядом со сетром. Хорошо, когда? Ну, как когда? Так стемнеет. Там и увидимся. Ну, погнали. Благо, здесь действительно стелс-миссии нет, и это как бы плюс. Я знаю, что здесь не надо будет прям воровать. Просто придем с кем-то, поделимся и уйдем, скорее всего.
что я увлекся чутка. Ладно, мы уже все знаем. Стражник один у входа. Я им займусь. Я так и подумал. Нюх у меня скверный, так что нужные ящики я не найду. Пометь мелом, что забирать, а мы сообразим за это время какую-нибудь тележку. Ладно, а что делать, когда я закончу? Да просто выходи со склада, и мы сразу двинемся. Звучит как нехер делать. Погнали. Боги, костлявые, за мной пришла. А что происходит? О, знакомые лица. А это ты? Я тебя узнал. Господин Краснолюд, это тот обманщик и злодей. Передал тебя, спасибо. Ты меня что, преследуешь? Етить колотить, хватит в дом занести. Я же его знаю, это же ведьмак Геральт. Что слышно, сударь ведьмак? Етить колотить в натуре. Ведьмак? Ну, теперь все ясно. Господин Краснолюд, не слушайте его! Зачарует он у вас собачий хвост! Ты что, с троллем башкой поменялся? Кореш Ярпина Зигрина мой кореш! Да и не только, блин, в игре. Уматывай отсюда, пока дождливо. Я добрый. В жизни тоже чуть какой-то отстой, а не погода. Абракадабра, чары-мары, фокус-покус. Слушай, по-моему, да, по-моему, тот сталкер, он сюжетный, там есть сюжет. Мастер-ведьмак? Чего ищете на складе Ванхорна? Но там можно и на атмосферу играть фактически. Ярден Зигрен передает привет. Только во имя Рундурина все не выносите. Ну мигом, а я пока в нужник отойду. На работе переждал. Везет, блин. А я под дождь попал. И где тут материалы? Так, ну давайте нюхать ящики. Действительно воняет нашатырем. Нюх-нюх. Пивко. Кажется, здесь. И-ли-ли-ли-ли. Осталось только дать сигнал. Я вот, кстати, что-то смотрел. Рафт у Лисяра. Что-то он такой скучный оказывается, блин. Прям жесть. Даже не знаю, чем там заниматься фактически. Как-то я подразочаровался чутка. Он еще и выглядит просто отвратительно. Что я в него, наверное, даже не буду вкатываться ни при каком раскладе. Ты что, не знаешь, чей это склад, козлоёб? Эй, Геральт, вот эта срань, про которую нам Хаттори говорил. Он же вроде с тесаком спит, или как-то так? Чей это склад? Сукрус, что ты тут с этим колдуном? Я все понял. Ну ты меня и разыграл. Так вас Хаттори послал? Сраный нелюдь пожалеет, что его мать пуповиной не удушила. Но сперва мы вас крабом скормим. Руки прочь от моего зятя, свиное рыло. Только я его могу лупить, ясно? Эй, зятёк, херач с нами грёбаных норлингов. Давай, Геральт, вперед! Ее, насилие. Бей их, Сукрус. Босс. Тише! Черт! Нифига себе, что я могу, оказывается, прикол. Таким махаром можно Нильфгард завоевать. Прости, Сухой. Лучше бы дома под одеялком переждал. Сагуй. Сагуй. Мир. Эх, зятёк. И зачем нам все я это бы тоже с удовольствием надо? Так ну, конечно, потусил. Где дракар, серебряную пулю шли? Даже не слышал о такой, если честно. Не хочу портить вашу семейную идиллию, но что мы будем делать с Ванхорном? А свезем его на скиллинг, пока он не прочухался. Не будет он вам больше гадить. А там, глядишь, может, не хочешь баны, не хочешь без члена остаться. Сперва надо Хаттори отвезти. Это верно. А ты, Аня, оказывается, интересная личность.
Раф по-своему интересный, для чего? Ну, блин, типа, да, но выглядит он как-то реально говёно. Я большего ожидал. Ну, не знаю, может потому что я сам как бы не пробовал, да, а смотрел просто на стриме Лисяра. Я помню, где он там кабана расстреливал, блин. 10 стрел потратил, там еще какие-то вороны летают здоровенные. Точнее, не ворон, а сокол какой-то с ящиком, или наподобие, или дракон вообще какой-то. Ужастик 85-го нереально не слышал. Не смотрел. Последний фильм, который я смотрел, это было... Был «Обитель зла», последняя часть самая. Ну и кал. А пока что я смотрю «Атаку титанов» и думаю о вечном. Глазище у тебя змеиное, а язык? Клинки высочайшего качества. Там оборотень. Ну вообще старенький ужастик — это норм тема так. Приветствую, Эйвор. Гер! Я старенький ужастик люблю. Он самый. У тебя все в порядке? Лучше и быть не может. После того, как уехал Ван Хорн, Тесак потерял всякий интерес к мечникам. Ну как уехал? Снова сдох. Можно ковать мечи и не бояться, что мастерскую спалят. Я рад. А я-то как рад. Мне больше не нужен Сокрус. И я могу посвятить себя любимому делу. Спасибо, ведьмак. Теперь-то ты выкуешь для меня нечто особенное. Разумеется. В конце концов, мы же договорились. Заходи через несколько дней за новым мечом. У ведьмака надо не на язык смотреть, а кое-куда иначе, в другое место. Надо смотреть в другое место. Я могу серебряные волыны херачить у него. Интересно. Так, ну у меня, по-моему, все мое оружие улучшенное. Как я помню, рунные камни мне не нужны. Давайте починимся. Плюс продадим лишнее. Кроме кочерги. Кочергу оставлю на память. Эх. О! Ведьмачье снаряжение, мое почтение. Хорош торговец. Будь здоров. Да, это зомби-апокалипсис, верно. Но там, типа, очень странный зомби-апокалипсис, если честно. Там интересный только первый и второй фильм. Все остальное лютая дичь. Гвинт с высокими ставками. Так, ну давайте вот это сделаем. Старый знакомый. Эй, красавчик. Мне последний не понравился совсем. Ты что, шутишь, что ли? Хуже фильма я не видел. Там, блин, оператор эпилептик какой-то. Он столько переходов там херачит, у него так камера трясется, что у меня аж плохо стало. Я сам чуть припадок не свою, пока смотрел. Про сюжет вообще молчу. А актерской игрой там и не пахнет. Гоголя? Нет, я так и не посмотрел до сих пор, кстати. Я сейчас фильмы редко смотрю. Времени особо на это нет, к сожалению. Я максимум сейчас себе позволяю. Это вот сериальчики какие-нибудь. По серии 2 перед сном. А я же забирал отсюда книжку. Или он еще одну сюда заныкал куда-то? Стоп, там у Гоголя три части, серьезно? Мой манифест. Должно быть оно. Внутри какое-то письмо. Так, ну, а где письмо? Ведьмак, в океане возможностей существуют события менее правдоподобные и более правдоподобные. Нелегко уловить первый, даже если пронизать разумом, время и пространством.
Я оставляю для тебя это письмо в надежде, что ты все-таки наткнешься на него, но должен тебя предостеречь. Род людской в опасности, гибель от белого холода – это не бред безумной эльфской пророчицы. Быть может, я сумею убедить тебя в этом лично, если же нет, полагаясь на это письмо, которое ты прочтешь спустя годы, зная много больше, чем в то время, когда мы встретились. Знай же, что для мира нет иного спасения, как только приготовить весь род людской гибели. Старые предания гласят, будто дитя старшей крови может одолеть опасность, но я пытался и не сумел. С того времени исследует за мной страшное видение, морок в короне, призрак моего поражения. Я был избран, но избранный не оправдал надежд. Вся надежда в тебе и в твоем братстве. Когда придет час волчьей пурги, люди умрут, останутся же только сверхлюди. Твоя обязанность — дать этому миру сверхлюдей, чтобы ты обо мне не думал, не подведи наш мир, как я подвел. А я не помню, кто это. К сожалению. На А. Я, видимо, до этого персонажа в книжке еще не дочитал, судя по всему. Ну ладно. Читать, да, читать люблю. Я сейчас начал читать этот самый, господи, «Основы первобытного общества», по-моему, 85-го года книжка, но она такая советизированная, просто жесть. Ее просто наши писали. Там столько, блин, отсылок на коммунизм и Советский Союз, и марксизм, ленинизм, блин, закачаешься. Даже думаю дропнуть. В библиотеке на прокат, знаешь, правильно, правильно, на прокат стоит брать, да? Так и есть. В сюжетных играх ты постоянно тексты читаешь, но надо же как-то сюжет понимать. Но я и в жизни много читаю так. Надо же чем-то себя развлекать. Вот три книжки по Ведьмаку прочел, решил что-то другое почекать. Если зайдет, то дочитаю. Если нет, то дропну и опять к Ведьмаку вернусь. Чародеи, мутанты, богохульники, кобальды. Как кобальды. Эх, быть бы сейчас кобальдом в шахте со свечкой. Вот это была бы жизнь. Как же было дело с Фольтестом? Слух фигачишь, а как еще надо? Про себя, что это тогда чату будет неинтересно. Я же для чатика читаю фактически. Эй, седой! Ты че такой белый? Я к колодцу шла. Почему у вас такие странные глаза? Эта дама, кажется, недовольна вашей компанией. Дама? Какая такая дама? Ты что же ухов ее не видишь? Это же эльфка. А эльфы, неизвестное дело, всегда замышляют. Ничего я не замышляю. Мне воды набрать надо. А ведро твое где? А вот что ее наберешь? Где у тебя ведро, а? Почему ты не скажешь правду? Как же это почему? Потому что нелюдь, а у них вранье в крови. Ты, ведьмак, гладким личиком не обманывайся. С виду эльфы все из себя, как на картинке, а внутри гнусь наихудшее. Да срать. Это не мое дело, договаривайтесь сами. Пускай делает, что хочет. Добрый бы из тебя вышел, моряк. Знаю этих эльфов, блин. Чуть что так сразу перо под бок сажают. Кошка с крысами спасла. Всю ночь визжат, как резаные. Знаешь, что это значит? Хе-хе. Классно его подъебали там. Так.
И с кем тут можно сыграть в картишки, спрашивается. Кто тут самый главный по ним? Тебя тоже ненавидят, Вадгерн. Чё-то как этот персонаж с картами живет какой-то чаще. Непонятный. Какую книжку прочитать посоветуешь? Мишель де Монтень. Опыты. 3 тома. Я не шучу. Прям огонь книжка. Языкам бы научила. Да я и так способный. Я вон на волчьем умею. Ауф. Что за звуки? Тут охотник, что ли, бегает? А, ну да. В натуре. Да, покажи свою эльфийскую меткость. А, их тут несколько даже. Хорош. Война все меняет. Война все меняет. Как же так? Я думал, война никогда не меняется. Либо можешь прочесть Гарри Поттера методы рационального мышления. Вроде так называется. Там тоже чего? 3 тома? Показалось. Так, секундочку, погодите-ка. Дюма, он... Да, но он слишком простой, на мой взгляд. Уже скоро вы сможете получать 55% рекламного дохода. Для этого достаточно перейти в менеджер рекламы и установить 3 минуты рекламы в час. Ага, рассказывай больше, блядь, Twitch. В жопу иди с своими рекламами. Зато Фулинар, я чувствую, обрадуется этой теме. О, это ты! Никогда о твоей помощи не забуду. Откуда ты меня знаешь? Мы виделись давным-давно в Бракелоне. Боюсь, я не помню. Ничего удивительного, ты был ранен. И если бы не забота Дриад, вряд ли бы мы с тобой сейчас разговаривали. Отсылка на книжку первую. Это было так давно, что мне кажется, будто все случилось в другой жизни. А может, так оно и есть. Но он там эльфам особо не помогал. Его там реально ранили, принесли, залечили. А вот у Димы, в принципе, неплохая книжка Асканио. Вот она действительно хорошая. Она простенькая, лайтовенькая, приятно написанная и с приятным сюжетом, реально. Да и персонажи там любопытные. Я бы с радостью взглянул на твои товары. 2 Дианы, допустим, не советую. Мне прям вообще не понравилось, я не смог себя пересилить, к сожалению. Мушкетеров я не читал. Это я признаюсь, я и не смотрел их, к тому же. Как-то обошло это меня стороной все. Бушкова не читал. Даже не знаю о таком человеке, если честно. Я ж быдло. Про что книжка? Про подмастерье этого самого скульптора, по-моему. Про любовь, приключения. Ну, она такая приключенческая. Книженца. Там дуэли. Средневековая Италия, по-моему, или Испания. Российский автор более 100 книг. Хорошо пишет. Бушков. Я даже загуглю. Либо фея. Прочитай Лимонова. Это я, Эдичка. Вот это книженца. Вот это я понимаю. Бушков Александр. Я так понимаю, да? Он на Лукьяненко похож. Пиранья. А не по ней ли снят фильм? Я такое читал. Да, вот охота на пиранью, действительно. Это на основе его книженца и фильма. Получается, бля, какие обложки все-таки стрёмные, пипец. Так вот, я что-то подобное читал, когда был прям очень молодой. У меня было парочку книжек из серии «Какое-то там оружие», название забыл. Там еще робот такой на обложке изображен.
Ебать, он, конечно, продуктивный чел. Он даже про Путина книжку написал. Владимир Путин, полковник, ставший капитаном. Причем тут используется такой шрифт, словно это Devil May Cry новый. Не, я такое точно уже читать не стану. Только если совсем читать нечего будет уже. В деревне какой-нибудь. Магнит из России ушел, скатерть дорожка. Ты играешь в гвинт? А тебе что, не с кем играть? Всегда приятно сразиться с кем-то новым. Ладно, на безрыбье рак рыба. Я даже поставлю уникальную карту. Ну давай. Доставай колоду. Не, я много книжек в своей жизни прочитал. И останавливаться не планирую. Это прикольная тема, я считаю. Оставлю как есть. Это даже незаметно, то, что я книжки читаю. Ну так-то я согласен, да? Как был тупым, так и остался. Но я же читаю не ради интеллекта. А так, для собственного удовольствия. Слушай, если хочешь качество языка, то почитай этого самого Астафьева. Царь рыба, сборник рассказов у него есть. Вот это прям вообще огнище. Там читаешь, у тебя прям язык словно в меду катается. Вот настолько классное ощущение. Что-то я подрофлил чутка. Ну ладно. Я в KFC не хожу. Мне неинтересно. Я в такие места уже давно не ходу, фактически. Так, чисто раз в год занырну, бывает. Но я знаю то, что там сейчас напитки еще на головку подают взамен. Я вот сижу сейчас, Тархун пью, кстати. «Сто лет одиночества» я так и не прочел, кстати. Я все хотел, у меня даже где-то есть, по-моему, но я так и не добрался до нее. Плюс у меня была еще какая-то книжка Габриэля Гарсия Маркеса. Я ее начал читать, и она мне настолько не понравилась, что я ее даже отдал кому-то, обменял на другую книжку. Пошла я дальше Еву смотреть, нифига ты даешь. Ну давай, удачи. Еве, привет. Ну, сразу видно, человеку неинтересны разговоры про книжки. Икею решили приехать, да насрать. Это все настолько неинтересно, что я даже, блядь, следить за этим не хочу. Вот ты пес, а. Я перепутал, я что-то на секунду подумал, что «Сто лет одиночества» как бы написал этот самый Жюль Верн, или как его там, да, Жюль Верн. Но я перепутал с «Сто тысяч лье под водой», по-моему. Дилан! Опачки. You son of a bitch. Опачки, опачки, привет всем. Здравствуйте, здравствуйте, спасибо большое за рейд. Всем добро пожаловать. Ну что, братья ассасины, ничто не истинно, все дозволено, как говорится, да? Как у вас там успехи? Всех победили, всех заассасинировали.
Шрадера Ремур. Вот это никнейм. Я его даже не смогу правильно прочесть даже со второй попытки. Это что? Это ведьмак, дорогой мой друг. Или подруга, не знаю, кто ты. Ведьмак полный гвинта. Драки на кулаках. И Пивандрия. Какие мы ассасины, скорее руферы, кек. Не, ну еще паркур, свобода движения, путь самовыражения, как говорится, да? Привет, Марат, добро пожаловать. Всем добро пожаловать, все. Проходите, располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Милости прошу к нашему шалашу. Блин, а он хорош, смотрите-ка, взял меня. Скинул, но благо у меня еще две карты осталось. Поляну накрою, люди пришли, сейчас накроем. Сейчас мы как пивка для рывка со всеми выпьем. И будет сказочно, красочно, прекрасно. Но у него последние карты отстойные выпали, к сожалению. Поэтому он погибает. Так как у меня под конец две золотые козырные. А я так надеялся. Но ничего не поделаешь. Ты честно выиграл эту карту. Меньше в своем Брахионе надо было тусить, чувак. Бывай. Ха-ха. Давненько я не сохранялся. Так, давайте смотреть дальше. Что мы еще можем сделать? Ну, получается, что? Ведьмачьи заказы у нас остались. Мечи и вареники через... несколько дней только можно будет сделать. Статуэтку солдата пока не сделать никак. Ту-ту-ту. Давайте скачки эти посмотрим тогда. Раз уж мы близко находимся. Франциска Финдебаир. Дали нам карточку. Не, не Цирилу. Франческу. А где ее, кстати, посмотреть-то можно? Книги для задания. А где карты можно чекнуть? По-моему, через Escape, да? Да. А, нет, в натуре целевую еще дали, оказывается. Класс. Слышали, кстати, новость, то, что там выпускают ростовую куклу Цирилы сексуального характера? А, мы вот это выиграли, получается, да? Себе карту, вот эту эльфийку. Понял, понял. Но у меня пока самая слабая колода, это вот на... Да у меня все, в принципе, колоды слабые, кроме Королевства Севера. Но это самая адекватная моя. Да и я смысла ниже ее менять. Предзаказ оформил? Хорош, чел, хорош. Потом это самое... Пришли видеообзор. Я хоть посмотрю в действии, так сказать, на тебя. То есть на куклу, да. Китая? Не знаю, где, слушай, кстати. Может, и в Китае. С головой одного любителя картошки хотелось заказать. А зачем заказывать, когда можно просто попросить своего друга отрастить усы? Все-таки вечный огонь призраков не отгоняет. Спасибо тебе, что ты... Давай, и дешевле обойдется. На черно-желтом ютубе. О, добавь меня там, друзья. Там как раз таки самая деятельность веду. Глядишь, раскрутимся, коллабы замутим. Будем бабки стричь. Как нехер делать. Я что-то подумал, что раньше существовали рэп-батлы, да, то есть, ну, где знаменитые якобы, точнее, не якобы, а, бля, как бы сформулировать-то, где знаменитые исторические личности, во, рэповали друг против друга. Я подумал, что неплохо было бы еще это добавить, как бы, ну, эротический элемент. Кто кого отрэповал, тот того и поимел.
фигурально и буквально. Вот это было бы зрелище, я чувствую. Да дайте же вы мне все отдых успокою. Так, ну чё, Тесак, здорово. Благодарю за приглашение. Поздравляю с победой у Вигельбудов. Люк, конечно, говнюк, каких мало, но я не припомню, чтобы он раньше проигрывал. А раз ты выиграл у него, значит, можешь победить и в Палео. Заработать настоящие деньги. Давай, Лютый, удачи тебе тоже. Спасибо, что заглянул. И всем остальным тоже, соответственно. Большая благодарочка. Палео. Приходите еще, буду рад. Слышу. Блять, ну что за деревенщина? Палео — это ночные скачки по улицам города. Когда-то каждый район выставлял наездников, теперь все иначе. Ты будешь гонять с лучшими жокеями бедлама и Ровина. Но я верю, ты их сделаешь. Форсаж 10. Новиградский дрифт. Согласен. Прекрасно, я очень рад. Только ты меня, сука, не подведи. А то я собрался поставить на тебя небольшое состояние. Не смущай меня, а вот иди, все, готовься. Поздно. Выпей там отвару из ромашки. Теперь ты смущен и покраснел, как девица благородная. Смирись. Так, не, ну городские скачки звучат интересно хотя бы. Посмотрим, чем это все обернется. What the fuck? Ну, я поскакал, чуваки. Ладно. По-моему. Ёбаный стыд, я мог бы выстругать себе наездника из дерева и покрасить суриком. И то был бы лучше, чем ты. Как говорится, всякое бывает. Да, как бы всякое бывает. Ну, по-моему, это был... сука, говорится. Такое наше дело. Подставной... Раз на коне, а раз под конем. Кон. Храмовая стража, ходу! Я сваливаю. Какое-то время не попадайся... По-моему, мне... нас подъебали жестко. Но это нечестно, лол. What the fuck? Давайте заново. Надеюсь, сейф в каком-то адекватном месте. Непросто, поскольку, как узнал ведьмак, потому что в противном случае будет очень-очень обидно. В конце концов, да, что-то я явно не ожидал такой глюкан слайд жесткий прям. С помощью друзей Геральт, в конце концов, сколько игре лет уже, сколько патчей выходило, камон. Стыдно должно быть такое. На всеобщее обозрение выставлять стыдно. Спасаясь от преследования Громила, затем попав в окружение храмовой стражи, Цири вынуждена была телепортироваться. Чтоб мне под землю провалиться, как говорят, да? От стыда за разработчиков. Ах да, погодите. Так же и произошло в итоге. Да. Ой, бедолаги. Ты забыл киберпанк? Ну, киберпанк хотя бы свежий относительно. То есть, там это как бы, ну, как что-то естественное. А вот Ведьмак, он уже давно вышел. Какого он года-то? 2015-го? Или 18-го, я не помню. Ему же лет, блин, как бабки старые. Прежде nice. Всего, гонка за честью. Победитель получит не только награду, но и славу. Приготовились? Начали! Ну, все. Геральт, скачи активнее. Блин, у этого типа лошадка быстрая. Главное, дорогу не проебать. О, паудинца. Точнее, полуночница. Она же ночью летает. Снова во тьму отправят, не дай бог. Блять, меня метка моя сбивает с пути. Чуть не туда поехал. Так, а я думал, мы будем это самое по городу шляться, а не по полям. Ну ладно.
Так, ништяк. Энергии до сих пор не хватает. Стоять. Всего доброго. Опля. Иглик. Все верно. Сейчас я твой никнейм более правильно прочту. Подожди, Мур, я хочу его, скажем так, познать своим языком. О да. Так, финиш? Нет, не финиш. А, мы только в город въезжаем, жесть. Или все-таки финиш? Похоже на финиш. Но это не он. Мои поздравления. А, нет, все-таки финиш. Кайф. Так, Шара... Дремур. Шара Дремур. Или Шара Дремур, все-таки правильно будет. Скорее всего, Шара Дремур. Дай-ка я тебя чмокну, Геральт. Прикольный ник. Нет? Ну нет, так нет. Давай, слава богу, спокойной ночи тебе. Красотища! Спасибо, что заглянул. Что с моей платой? Бери, сука! Спи крепко. Никто в этой жизни не заслужил денег больше, чем ты сегодня. Храмовая стража, ходу! Валим отсюда! Шора для скачек. Чара пес перс Андертейла. Взываю его оттуда. А, я просто в Андертейл не играл. Я с этой вселенной не особо знаком. Я знаю то, что там Санс есть и все как бы фактически. Когда-нибудь я, наверное, доберусь до Андертейла, но даже не знаю, произойдет это скоро или нет. Наверное, не скоро. Так, ну это можно выкинуть. Это хотя, говорят, прям крутая вещь. У меня на телеге фрукты. Там же еще дополнения вышли всякие разные, ну, в том плане сиквелы, приквелы и тому подобное. Насколько мне известно. Пошлите в Гвинтецкий, сыграем еще раз. Хотя то, что задание типа помечено черепом, меня пугает, если честно. И что же случилось с этим? Это же Гвинт. Ладно, не дать, что-нибудь другое тогда сделаем. Пошлите, которые сгоняем. Давай, спокойной ночи. Спасибо большое еще раз за рейд. За компанию. Рад был повидаться. Не прощаюсь. А говорю, до скорой встречи. Прям как Ромка Зверь. Той самой песни. Эх, до скорой встречи, до скорой встречи. Да так, а где у меня торговец-то? Но он здесь, по-моему, тусуется. Блин, зверей что ли переслушать? Такая-то группа классная. В натуре надо послушать. Дискографию все желательно. Может там что-нибудь новенькое у них классное появилось. Что-то дождь зачастил, по-моему, как-то в Ведьмаке опять. Руки вверх, ничего не привел. Слушай, по-моему, недавно тоже что-то выходил у них. Равно как и у дискотеки аварии внезапно. Они тоже живы, оказывается. Я просто сидел давеча на днях. Клипы их смотрел старые. Посмотрел, а у них там и новый до хрена появилось. Но новое я пока не смотрел. Здравствуй, Эйвор. Здравствуй, Геральт. Чем могу помочь? Где меч? Мой меч уже готов. Да, смотри и восхищайся. Вот это всем мечам меч. И всем топорам меч. Действительно, стоило ждать. Спасибо, Эйвор.
Это тебе спасибо. За все. Меч из обрезков. Сделай для меня кое-что. Ауф. Безумно можно быть первым. Что за меч? Дополнительный урон при критуле. 50%. Норм. Норм. Но я его продам. Прямо здесь. Бывай. Будь здоров. Так. Ну, смотрите, у нас осталось только ставки. Стартовый капитал. Ну, давайте тогда ведьмачьи заказы поделаем. Мы уже 20 уровня, по сути. Недолго осталось. Да, которые с крестиком, их нельзя использовать, потому что мы не подходим по навыку. Ну, по уровню, точнее. Блин, и скачки проскакал, и гвинт прогвинтил, и на кулаках прокулачился. Да я продуктивен сегодня как нельзя. Больше. Шок. Вечно эти ограничения, да тут они как бы особо роли не играют, учитывая то, что большинство оружия полный фуфел. Как бы здесь ведьмачьими шмотками можно спокойно ходить, уродить и дела вершить. Спокойненько. Хотя еще надо бы сюда сходить. Ну, давайте в деревню Альнес за рулем, наверное. Там пошляемся. Почитаем доску объявлений. Им напоминаю, что оказываю помощь возносящим хулу на вечный огонь чародейкам и чародеям, алхимикам, колдунам, травникам, гадалкам, прорицателям и прочим еретикам строго запрещается. Тот, кто узрит таких подозрительных личностей, должен тут же уведомить о них охотников за колдуньями или стражников. Удовлетворю блондинок. Любую блондинку без исключения, независимо от возраста, расы и внешности, удовлетворю. Трахну или развлеку разговором, мне без разницы. Дам, которых мое общество заинтересует, прошу оставить карточки с адресом на этой доске. Если заявится к вам интересный молодой человек по имени Редисон 86, это буду я. Угу. Уроки Нильфгардского. Альхерзайр Иер Юглюир Арфиан Эснар. Не понимаешь, что написано? Да и бись ты в рот. И неудивительно, ведь это по-нильфгардски. Но скоро весь мир будет говорить на этом языке. Так что лучше начать его учить уже сейчас, а ваш покорный слуга поможет в этом за небольшую плату. А чего я-то? Ну не я же. Должен же кто-то быть ответственен за это. Ищу честных и работящих людей, которые знакомы с работой на земле. Требуется немедленно. Считай это моим подарком тебе на день рождения. Вот и все. Найму опытного садовника для смены стиля моего парка с Темерского на Нильфгардский. Найму опытного пасечника, дабы мои пчелы носили нильфгардский мед. На моей пасеке 20 ульев, и один человек не справляется с работой. Достойная оплата. Так, ну тут квестов нет, зато мы открыли всякие места, да? Ну, не так уж и много, кстати, давайте. Сходим поблизости. Странно, кстати, что я до сих пор не наткнулся на квест с деревней свиней. Я что-то думал, что он прямо на поверхности лежит, а его все нет, нет. Ведь? Это место силы. Отсюда изливается мало. Ништяк. Алло. Да, тут и свинская деревня есть, там целый квест завязан на этом. Но я не помню, в чем его суть, к сожалению. Там типа проклятие какое-то или типа того.
Причем ты вроде как даже случайно натыкаешься на этот кузнец. Я помню, что я когда для себя проходил, я натыкался на это. И у стримеров часто тоже можно увидеть этот квест. А сейчас что-то найти не могу. Что у них за народность? Хороший вопрос. Но ответа на это я дать не могу. К сожалению. Может, из Майнкрафта сбежали? Там же есть люди-свиньи, которые в аду там обитают. Как бы это фантасмагорично не звучало. Блин, какой классный слово, кстати, фантасмагория. Давненько я его не слышал. Еще я вообще про него вспомню. А что оно вообще значит? Погодите. Погодите. Фантасмагория. Жанр театрального представления в Европе в 18-19 веках, в котором при помощи волшебного фонаря на заднем плане демонстрировались пугающие образы. Скелеты, демоны, привидения. Фантасмагория, в скобочках кино, поджанр кинофантастики, представляющий фильмы о чем-то совершенно нереальном, изображающем причудливые видения бредовой фантазии. Изначально название аттракциона «Волшебный фонарь». А, нет, я помню, фантасмагорию показывали в «Ведьмаке» как раз-таки в втором сезоне, где они были у челиков в поместье, который был заколдован. Только это, по-моему, в книжке еще. Да, это в книжке было. Точно-точно. А вот я не помню, впихнули ли они это в сериал. Игра еще такая есть, кстати. Sierra разработанная. Локализатор дядюшка Research. Horror Quest. Но это point and click, к сожалению. Это фулинарно такое надо загадывать. Не мне. Прикольно. Прикольно. До эльфов дошел в книгах? Ну там, да, там, где они с Цири встречаются в Баркионском лесу. Вот, это пока вот такое единственное здоровенное, в принципе, столкновение с ним. Я пока только три книжки прочел, сейчас решил перерыв сделать, почитать что-нибудь еще. Дабы, скажем так, избежать оскомины. Подарить свой аппетит. Ну, я на самом деле по общей сумме как бы остался доволен. Как ни странно, Ведьмаком. Я поначалу плевался, прям читал и матерился фактически, а сейчас что-то даже нравится прям. Лет на 6 уже, если не больше. Ну, могу понять. Могу понять почему, но мне тем не менее, в принципе, заходит. Потому что очень большой контраст с тем, что я обычно читаю, да, и контраст в целом даже положительный, потому что мозги тоже надо разгружать, а ведьмак для этого отлично вот подходит. Значит, этот дом с привидениями. Дом с привидениями, а? Я уже забыл об этом квесте. Бум. Жильцы явно убегали в ДТХ, но призрак уже напал бы на меня. О, господи, ёб твою мать, сраное дерево. Вот это меня реально напугало сейчас. Вылезло, блин, из стены. Ты чё, шутишь, что ли? Ой, мама родная, ради меня обратно.
Кто-то рассыпал соль. Призраков отгоняли. Бессмысленные суеверия. Текс. Чё тут у нас? Я этот квест, кстати, не помню. Я не знаю, чем он заканчивается. Я помню, что он был. Но что по результату будет, не знаю. Давайте все заберем. Чё нет? Халява как-никак. Пещера. В пещере тролль. Здесь давно никого не было. Суть по всему. Нога чешется. Так. Либо голем. Скорее всего голем. Голем или голем. Как правильно все-таки? Голем или голем? Я уже задавался этим вопросом, но ответа так и не нашел, по-моему. Мне никто не подсказал. По-моему, все-таки голем будет более грамотно. Дёрг. Что-то сработало. Так, а где всплывать? Здесь. Угу. Пить. Коряга. Необычный корень, магический, наверное. Ну, значит, голем здесь тусуется, раз тут маги. Да. Похоже, дневник. Такое ощущение, что ты часто со смертью сталкиваешься. В смысле? Это ты в каком плане? В контактах с созданием подобного рода самое наиважнейшее — эквилибра сохранить между вольной волей его и наложенными на него оковами службы. Это такая отсылка на Ведьмака или то, что я в реале как-то мрачно звучу или еще? Мало ли. Может, я уже сдох? Светливому элементалисту по украшению магического слуги надлежит не давать над собой воли искушениям, зловредным и пагубным, дабы спутанного распутать, ибо только конфузия из этого выйдет, плащ и скрежет зубомный. Скучищ. Элементаль земли. И довольно могущество. Повеяло. Придется его освободить, а потом победить. Ну, местечко, да, такое мрачное, я согласен. Навевает на размышления. Я освободился от магических оков еще пару дней, и он начал бы крушить окрестности. Не знаю, зачем я это сделал, но раз предлагает, то еще бы и нет. А я думал, все рухнет. Вот да. Мы быстренько тебя на гальку разберем. Даже не знаю, что потом сделать. На рейс положить, разве что. Под поезд. Потому что твоего предыдущего товарища мы уже использовали в качестве отсюда.
Хотя предлагают как будто еще раз сюда бахнуть. Давайте бахнем. Ничего не происходит. Да, уходим. Ну, скучноватый заказ. Скучноватый, на мой взгляд. Я больше важнул. Тогда и не удивительно, что я забыл это место. Начало как бы помню, а все остальное ме. Сохраняемся. Смотрим карту. Можно так-то, короче, вот сюда пойти. Здесь вот так вот прогуляться. И в город вернуться. Но это мы уже не сегодня сделаем. Это мы уже сделаем на следующей трансляции. Монстр какие-то картоны. Это не монстр картоны. Это я перекачанный просто. Вот и все. Это я бегаю дюже вкачанный. Так, ну что. Давайте заканчивать, наверное, на сегодня. Сори, что так поздно завел стрим. Главное, что в принципе завел. За что спасибо вам. Без вас я бы этого не сделал. Приходите завтра. Завтра у нас будет сюжетный день тоже. Завтра у нас получается Baldur's Gate. А послезавтра Metal Gear. Да, как-то так. Ну и где-то там попутно попробуем все-таки зомбач тоже запустить, а то давненько не было. Все, всем чмоки в щеки. До новых встреч.